опять затуплю. Мои нервы снова сдают, а я опять затуплю. А я стою на краю, а я опять затуплю. Мои нервы снова сдают. Встаем. Встаем, пожалуйста. Встаем, пожалуйста. Ты знаешь, я никогда ради женщины не брошу пацанов. Это, ну, бред полный. Понимаешь? Я просто, честно сказать, я не совсем уважаю мужчин, точнее пацанов, которые ради своей женщины, там, похуй, жена, подруга, или просто девушка, они типа, ну, слушают ее и как бы лучше проведут время со своей женой, чем с друзьями. Честно, таких пацанов я не уважаю. Как по мне, это очень слабые люди, да, это не мужчины. С ними дело делать серьезных не получится. Пойми меня правильно, чела. Так, сейчас надо поспать. Понял. А что за хуйня? Подожди, блин. А где моя тёлка? Я ж тёлку урвал, блин. Что за бред? Так, вот это мне надо. Вот это надо. Вот это. Мне всё надо. Я всё себе могу из этого позволить. Пойми меня правильно. Да. Смотря. Теперь я это всё отвезу, блин. И будем ждать. Эть. Да, сука. Вопросы есть? Не слышу. Чувствуешь, да, сука? Как она приятно работает, техника. Каракатица ебаная. Уголок! Маслори, принимай уголок! Все, да? Я здесь. Она вообще едет идеально, просто управляется. Помнишь, как тебе разве я собирал машину, блядь? Она мне вообще еле управлялась. Я постоянно на ней переворачивался, въебался. Ты посмотри на эту, это просто идеальная машина, чел. Рели, блядь. Просто, я не знаю, она просто, ну, шепчет. Она не едет, она шепчет, чел. Это ручник отпал у меня, чел. У меня ручник отпал. А где ручник делся? Блять. Я ручник потерял, когда угла давал, сука. И ручник отпал где-то, блять, надо искать ехать. Где ручник лежит, блять? А, вот он. Маслори, ля. Вопросы будут. Даже чувствуется, да, просто что машина едет, не как-то там дает. BMW 5, мусора сосать. Гладиолус надо начит, можно покупать. BMW 5, за рулем сухач. Едем быстро по Самаре, надо я лихать. Это я, Денис Петров, ребят. Это я, Денис Петров. Всем привет. Меня зовут Денис Петров. Я хочу пить. Я сижу на яхте.
Тольятти и ворую все донаты. За окном не кучу шланов на Тойоте Камри. На него ты не пиздел, он даст и поебал. У книги в черном переплете я стараюсь все поджигаю. Гладиолус мне опять по соточке донатит. Наушники снимал и задонат еще раз дятел. По прямой на Патрике, оленище на заднем. Броню фача нища, на шубу все потратил. У меня Камри, у меня Камри, у меня Камри. Все, я проехал, сука. Это что? Это компьютер можно купить, да? И... что там написано? И пена? Морген Лох и пена. Не понял. Блядь! Блядь, Маслори! Вот что, сука, на пьяную голову, блядь, сделал я. Тихо, зая. Сейчас со слоном захожу, бля. Нормально, сука. Да, да, я. Согласись. Красавица моя, сука. Нихуя себе. Красота, блядь. Ус. Ой, блядь, да ну нахуй, ты чё, дурная? Боже, блядь, ты что, женщина, сука? В чем брек? Боже, блядь! Ты издевайся, сука! Блядь! Ты, блядь, на приколе, ты чешо, блядь. Зая, не подведи, а. Ты чё, прикол? Дедушка Апенис, да. Хай, хай, соскучился по тебе. Я по тебе тоже. И я. Тихо. Да. Пошел нахуй. Дед, да. У тебя Чулус Квест 2? Ты с Амазона брал за $299 или как обычно с переплатой? Блять. Блять. Чё, блять?
Меня током уебало, блядь, я умер. Плюс чат, то слышал, как я пёрнул. Скриньте. Стрим будет до 20.00. Блядь. Потом он побежит к Ральке на романтический ужин. А? Потом пойдет покупать каблуки для своей суженой. Кому и ВР нахуй? Закончится массажем ног. И если Раля разрешит, то еще оближет. Чё? Ой-ой-ой. Как вы думаете, не пришли там мои товары еще? Сломоды? Хуёды. Я сделал все. Смотри. Красота. Это хавал, вот этот последний самый. Да. Ля, маслань, как красиво все подсвечено зеленым, ля. У, сука. Послали? Не слышу. Маслори, дядя. Хочешь? Маслори, не слышу. Маслори, не слышу. Смотря. Не слышу. Ебать, она красивая. Согласись, блядь, тормозов нету. Блядь, тормозов нету. Маслори, тормозов нету. В чем прэк? Я что, спалил тормоза? Как я их мог спалить, если ручник нажимается? Жидкости нету, что ли? Нахуя тебе тормозуха, если за рулем и так тормоз? А? Не понял. Не понял. А как капот открыть? У тебя там дымит! Я знаю, потому что у меня глушитель не стоит, дурак. Я специально не ставил его. О, смотря. Ну что, прокатимся с ветерком, чешу. С ветерочком пройдемся, или как? Почему эта фара одна не работает? Пиздец, что делать? Ну что делать? Это оригинальная песня Пениса Дитрова. Он есанил после первого секса с дедом. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Это не считается, блин. Это не считается, блин. Давай по новой, блин. Еду на приоре за спиной мои горы. Мечта бродяги, даже вора, чемпионы, победители. Пацаны, я не понял, а что убил этого чела? Я убил рокера, почему он живой? Не понял, сука. Блять, а что за хуйня? Почему не сохранилась, чел? Она к нему вернулась? Что за бред? А чё, не сохранил тут раз, что ли? Ты чё, шлюха, охуела? А я его не повезу, как на этой машине я его не повезу? Стой, женщина, заебал твоя мама, кто она, где? Боже, ты слабая ли, женщина? Разница в чём? Извини. Бля, чё за хуйня? Поехали. Боже, блядь. Блядь.
Я не могу. Дальше ничего. Ну все, меня опять унизили, блядь. Пиздец. Мне что, сука, опять трактор гнать или что? Это не считается. Я вообще в шоке, блядь. Реально чушь какая-то. Я сохранялся стопудово, блядь. Нет, а записки в доме не осталось тоже. Как будто я не сохранялся. Это бред какой-то, блядь.